Друзья, нам сообщили о том, что при загадочных обстоятельствах несколько дней назад в Израиле пропала известная российская актриса театра и кино Дарья Сагалова. Все ее помнят по сериалу «Счастливы вместе». Сообщается о том, что она с подругой несколько дней назад уехали в Израиль на отдых. В итоге подруга ее потеряла. На данный момент, по сообщению подруги, она не может найти Дарью Сагалову и уже обратилась в местную полицию за помощью. Мобильный телефон российской актрисы отключен. Что произошло и при каких обстоятельствах пропала наша актриса, неизвестно. Шокирующие подробности этой трагедии, друзья, уже завтра рано утром выйдет на нашем канале. Смотрите наши новости, не переключайтесь, только мы предоставляем такую интересную информацию о звездах российского шоу-бизнеса.